required, ano pamagin ang computer? Pamagin ang printer nito. Видите? То есть это два сразу представителя, которые нам оказали огромные услуги нашей организации. Ну и небольшое сообщение от меня. Всем пенсионерам вы знаете, что можно посетить санаторий «Колос» и посетить его до 15 июня. Льготная путевка идет для пенсионера 1350 рублей в день. Те, кто ездили по нашим путевкам, я у каждого узнала, как они съездили, понравилось ли им, и никто не сказал, что было плохо. Все, наоборот, ответили, очень понравилось, еще собираются съездить. Так что подходите, пожалуйста, к нам до 15 июня. Такую путевку можно получить еще. Так, ну и что ж, и следующий вопрос. Давайте мы предоставим слово. Слово 10-15 минут, не больше. Это депутату городской думы Чекишев Геннадию Павловичу. Всех приветствую. Очень рад, что здесь собрались неравнодушные люди. Наша встреча должна была состояться 30 апреля. Но в силу известных обстоятельств она не состоялась. Состоялась она сейчас 28 апреля на заседании городской думы. Нам выдали, вообще-то всем дали такие бумаги, вопросы к депутатам. Давайте я вам прочитаю. А, Чекишев Геннадий Павлович, в настоящее время пенсионер, 5-й год уже. Почему? Потому что я работал в кузнице, я кузнец профессиональный, горячий стаж, ветеран труда и пенсионер. Так, ну что, вот здесь написан вопрос радио восстановить. По этому вопросу я неоднократно обращался к бывшему начальнику узла связи. Сейчас он ушел, там новый человек исполняет обязанности. И, значит, на 1 января 2012 года у нас в городе было зарегистрировано 315 радиоточек. Ну а на 1 апреля 2013 года их осталось всего лишь 20. Всего лишь 20. Ссылаются на ураган. Ну, сделали официальный запрос. Это сделал не я, это сделала зампрокурора Анна Валерьевна Кравец. Пришел официальный ответ. Я вам по-быстренькому его зачитаю. В ответ на ваши требования от 12.04.13 года о предоставлении информации по вопросу отсутствия доступа к услугам проводного радиовещания в городе Белая Холуница Кировской области сообщаем следующее. Причиной отсутствия доступа к услугам проводного радиовещания в городе Белая Холуница явилось природное явление в виде урагана, который произошел в июле 2012 года. При обследовании линий радиофикации было установлено, что значительная часть провода фидерных и абонентных линий была разрушена ураганом. Повреждение линий радиофикации также произошло при устранении последствий стихии, расчистка завалов, поломанных сучьев и деревьев. К сожалению, в кировском филиале ОАО «Ростелеком» планами работ бюджетом на 2012-2013 годы не предусмотрен ремонт линии радиофикации. Собственником линии радиофикации, через которые ООО «Ростелеком» осуществлялась услуга проводного радиовещания на территории Белой Холуницы Кировской области, является ОАО «Ростелеком». На основании вышеизложенного сообщаем, что «Ростелеком» не имеет технической возможности предоставления доступа к сети проводного вещания «Белая Холуница». Директор филиала Толстоброва. Я скажу свое мнение, что вот когда устраняли последствия урагана, конечно, провода резались самым наглым образом.
Взяли, отрезались, у меня за примером далеко ходить не надо, напротив дома столб стоит. Просто обрезали с обеих сторон, так до земли четыре провода болтаются. Сам я, конечно, не пользуюсь радио, но понятно, что в случае каких-то непредвиденных ситуаций, катастроф, что-то, ураганов подобных, было бы очень необходимо создание вот этого радиоточек. Ко мне домой приходили пенсионеры по данному вопросу. Но, как видите, вот официальный ответ был прислан на заместителя прокурора Кравец. Что сейчас делать? Они нет денег? Они, да? Можно добавить по этому же радио? Я живу не так далеко, напротив, почти радиоузла. У меня радио, эти все провода оборваны 6 лет назад. Я думаю, будет тут ни при чем. Ну, подборы тут списали очень много. Вот видите, было 315 радиоточек, а сейчас 20 числится. Так у нас вся улица Глазурина обрезана. Так, ну, может быть, мы... Да, может быть, с удовольствием бы имели это радио. Но раз его обрезали, раз его убрали, так какое может быть радио? Конечно, с 300 точек до 20 дойдет. Совершенно верно. Вот ваше предложение... Будет и ни при чем. Нет, у меня тоже такое же мнение, что... Раньше были с радио, теперь говорим, лучше живем, а без радио. Радио нужно. Вы вспомните, раньше все. Понимаете, вот это... Вся же информация шла. Местный радиоузел был, правильно? Школьный радиоузел выступал. Все знали, школьники, зимний период, когда идти в школу, когда не идти в школу. Утром уже слушали, что вот во сколько-то передадут. В результате холодов школьники по такой класс в школу не идут. Конечно, по большому счету это было остановить. Но вы знаете, что сейчас все упирается в деньги. Вот дали официальный ответ, дали на счет радио? Почему раньше не было? Это, наверное, на высшем писать. Давайте выдвигать вопрос, будем писать выше. Я думаю, что есть мировое действие на этот вопрос. Телефон. Так, следующий вопрос. Вот здесь написали мусор, город грязный, нет контейнеров и урн. Ну вот не далее, как вчера вышла статья, я так понимаю, вот присутствующая здесь Оксана Савельева брала интервью у Станислава Александровича Кашина. Читали, я повторяться не буду. Здесь написано, что по сообщению главы администрации Станислава Александровича Кашина расположится на территории площадка бытового мусора. Одна расположится на территории прилегающих зданий бывшей сельхозтехники. Но мы будем нести этот мусор. И раз поставили общественный контейнер, я считаю, все, это призыв. Здесь свалка. Элементарно. Мое мнение, надо заказать в Истоке контейнер, пожалуйста, поставили. У кого есть машина, вот лично я езжу каждую субботу выезжаю. Ну, есть техника, у кого нет техники, заказывайте контейнер. А вот общественный, вы видели, вот то, что здесь написано, устранена на территории улицы Глазырина, какой там был бардак. Это уму непостижимо. Целый квартал был засыпан целлофановыми пакетами. Ведь все там завалили до такой степени, что просто в голове не укладывается. И вот еще раз повторяю, мое мнение, я бы не делал. Вы думаете, вот сделают там пункт сбора и по улице Глазырина возле сельхозтехники сделают. Вы думаете, лучше будет? Будут волочь, и опять же история повторится, особенно в зимний период. Это насчет мусора. Так, третий вопрос. Дороги не чистят, нет тротуаров. Насчет дорог, вот я вам, знаете, что скажу. В
сейчас уже трудно об этом говорить, когда все кругом все подсохло, дороги высохли. Но я же все же вам скажу, вот 28 марта, напоминаю, у нас в городе снежный коллапс. На улице напротив книжного магазина автобус, городской автобус, не разъехался с газовой службой. На этом же месте автобус, городской автобус, не разъехался с сапожком, с продовольственным. На этом же самом месте не разъехался я с автобусом, с городским. Потому что прижиматься некуда, мне автобусник говорит, давай отсюда задом пяться. Я пришел к Станиславу Александровичу, в этот день была городская дума, и сказал, давайте вызовем с истока представителя в лице Кешубаева Ильяса Коневича. Что и было сделано. Был вызван Кешубаев на городскую думу, и мы его спросили, почему такое происходит. И он, сидя за столом, конечно, стал жаловаться, что недостаток денежных средств, поломанная техника. Но самое интересное произошло в этот же день в 6 часов. Мне позвонили и сказали, а еще на заседании, говорю, у меня одна рабочая единица, боевая такая, она не в состоянии очистить весь город. Так вот в 6 часов вечера мне звонок и говорят, Геннадий Павлович, боевая единица 28 марта, когда в городе снежный коллапс, когда скорая помощь не могла выехать, новые машины, предоставленные президентской программой, стояли в гараже, когда медсестры ходили вот так по колено, когда в центре была каша тоже. В это самое время эта боевая единица чистила делянку. Чистила делянку в районе Посегова. Я съездил 29 числа и действительно увидел прогребенную трассу, по 2 метра сугробы, она уходила в лес. Я этот вопрос поднял. Пришел на следующий день, 29-го, пришел в прокуратуру. В прокуратуре мне сказали, а он сам вправе решать, город ему чистить или делянку. Я говорю, понял, а кто, как на него повлияет? Сказали, что может повлиять администрация города. С администрацией города у данного предприятия составлен трудовой договор, который они должны выполнять. На следующей думе, значит, мы собирались, я опять поднимал этот вопрос и договорились на том, что при заключении следующего договора отдельно договорить эту строку, чтобы город был приоритетным в такие дни. Да пожалуйста, чисти он делянку, две делянки, но не в такой день, не в такой день, когда не может городской транспорт ходить, когда не могут ходить скорые. Не в этот день. В этот день он должен был чистить город. Ну и сказали, что при заключении договора мы это внимание на это уделим и постараемся повлиять. Понятно, почему у нас не чистится. Мое мнение. Все зависит от руководителя. Я даже побывал и у главы района насчет этого вопроса. Но сталкивался я с непониманием. Мне говорят, а ты видел? Я говорю, я знаю. С 11 до 3 часов дня машина чистила. Я знаю, кому чистили. Я знаю, сколько денег за это заплатили по фамилии. А мне говорят, ты видел? Еще одна дама тоже с Белого дома сказала, а ты докажи. Да я не собираюсь ничего доказывать. Факт налицо. Понимаете? Дальше. Ну, народ просит узнать о работе депутатов городской думы. Я не знаю. Выдавали вроде всем такие бумаги. Не знаю, почему я один пришел. Мы, так сказать, новая дума, только что избранная. Похвастаться мне лично, я о себе буду говорить, особо нечем. Все мои начинания кончились крахом.
Позвонили мне, я примеры вам буду говорить. Позвонили мне с улицы профсоюзной бабушка. Сказала, мне нужно повесить фонарь. Напротив дома фонарь с лампочкой. Она купила фонарь, фонарь у нее дома. Я поехал на своей машине в это самое, в нашу организацию, которая за это отвечает. Начальника лично знаю, он говорит, ты привези сюда этот фонарь. Я говорю, зачем я повезу сюда, если вы его повезете обратно? Понимаете? Ну, после этого я обращался второй раз. Депутат, депутатский запрос. Потом я обращался третий раз. Потом я обращался четвертый. Это было в октябре месяце. Кстати, фонарь так и не повешен. Последний раз у нас супер интересный разговор произошел. Я уже поймал и говорю, вы думаете вешать этот фонарь? А он мне говорит, ты его все же привези, мы его положим, я цитирую, мы его положим в коридоре. Когда мы будем за него ходить запинаться, и он нам надоест, мы его возьмем и повесим. Понимаете? Я еще раз повторяю, все зависит от руководителя. От руководителя. Дальше. Свои личные. Хотел пополнить городской бюджет. Мне кажется, нужна в городском бюджете каждая копейка. Правильно я говорю? Да? Каждая. Начал с нашего рынка. По четвергам приезжают к нам, знаете, торговать. Товарищи, называются сейчас предприниматели, да? Платят они за погонный метр 33 рубля. Поднял я этот вопрос, нельзя ли с них побольше, все же в город какие-то деньги, правильно? Вы представляете, я еще не успел даже огласить этот вопрос на городской думе, как меня уже вызвали в МУК, городской рынок. Потом меня вызвали в Белый дом. Потом меня вызвали главный бухгалтер администрации и сказал, это самое преуспевающее предприятие, это муниципальное у нас в городе. У них все нормально. Принесли бумагу на городскую думу, зачитали все цифры. Все сходится, понимаете? Я был, скажу, первым сборщиком налогов по рынку. Самым первым, когда еще напрямую собирал деньги, квитанции платил, в смысле отдавал. И я принесил, вот собрал я всю сумму, все 100% несу в город. Потом нельзя стало так делать. В связи с этим создали муниципальное предприятие «Городской рынок». То есть есть директор, есть собиратель, там их 3 человека, ну еще и люди есть, которые убирают мусор. И если я раньше все собранные деньги 100% приносил, то сейчас 80% они оставляют себе, 20% дают городу. И считается это нормальным. Ну раз нормально, нормально. Обсуждение прошло, опять мое предложение не прокатило, не получилось. Дальше. Что еще хотел сказать? Вообще-то уже реклама закончилась. Да нет, я заканчиваю. И еще раз скажу, мое мнение, все зависит от руководителя. Я уже говорил вот на городской думе, и еще раз скажу, у нас вот в Нижегородской области есть такой поселок Шаранка, где руководит Бахтин Виктор Иванович. Вот вам руководитель, у которого договоренность, вы, наверное, не слышали, такой поселок Шаранка, 100% асфальтированные дороги, брусчатка, тротуары, урны, фонтаны, скульптуры. И вы понимаете, он договорился, вот что я говорю, руководитель, он договорился со всеми предприятиями, организациями. У него даже милиция покупает за свои собственные деньги краску и красит заборы на отведенный ей участок. Понимаете, да? А у нас коммерсанты, вы знаете все, от магазина «Уют» в сторону бывшей воинской части. Видели, сколько там предприятий? А на дороге кто-нибудь там был? Вот столько коммерсантов и не могут 2 километра дороги. Я обращался, мы сказали, нам легче новую машину купить, чем эту дорогу сделать. Понимаете, как они говорят? Я не знаю, каким образом. Законно это нельзя сделать.
по закону заставить, что вот ты отвечаешь, но ведь как-то данный руководитель договорился. Поэтому, говорю, все зависит от руководителя. И последнее. Кто руководит районом, кто руководит городом, понимаете? Но в данном случае у нас Станислав Александрович, я знаю, что вот он новый руководитель, довольно-таки активный, сам выходит на все, и на берег, и везде, и по переходам бегает. Мы должны помогать ему. Вот не знаю, как сейчас вопрос решится на уровне района. Но решится. Площадь-то белой полуницы можно уже разделить по участкам, только по участкам. Можно разделить, но обязательно. Так это мне кажется. И еще, я вспомнил, извините, пока не забыл. Насчет новой городской думы, тут в интернете прочитал, что уже кто-то написал, что ты кормили. Вы знаете, очень неблагодарная должность. Вот лично у меня враги растут в геометрической прогрессии. У меня за всю жизнь не было столько врагов. Критику воспринимают, как будто я их оскорбляю. Понимаете? Враги растут в геометрической прогрессии. Так что деньги мы тут не получаем. Это общественная работа. Она только вот здесь вот. И дальше. Хотелось бы сказать, что не всегда городская администрация выносит на вопросы, на обсуждение в городской думе, выносит сыроватые вопросы. Вот, например, обсуждался вопрос сейчас об участке, о новом участке, знаете, АЗС хотят построить на выезде из города напротив поста ДПС. Вроде бы прошли публичные слушания, все за новый участок, тоже все за это самое. Но тут же у нас сидит на заседании работник прокуратуры и говорит, если вы сейчас проголосуете за, мы сразу же будем опротестованы. О как? Вы понимаете? Не по закону. Все ссылаются на закон. Ну вот, мы сказали, что вы давайте утрясите там между собой администрация, прокуратура, а уж потом не делать, чтобы крайние депутаты. Скажите, что у вас все согласовано и с прокуратурой, и с администрацией, и вы все за, и только тогда вынесите на вопрос, чтобы не сделать крайними. Ну вот, в общем-то, у меня и все. Какие будут вопросы? Спасибо. А можно такой вопрос? Во время одной из наших последних бесед поднимался вопрос о том, что рассмотреть возможность петлевого заезда всех городских автобусов в больницу, ну, к больничному городку, чтобы пожилым гражданам было лучше туда добираться. Рассматривался ли этот вопрос на Думе городской? Он не рассматривался, но я обещал, я его сказал, когда, вы понимаете, сейчас же запись идет. И записываются на прием и через интернет, и все. Кстати, остановка находится, это тоже мое личное мнение, остановка находится возле бывшего кинотеатра «Чайка». В сущности, тут подняться 200-300 метров. Чтобы сделать объездной такой путь, вы понимаете, там нужна же остановка, благоустроить ее. И откуда... В одно же время не идут на запись к врачу. Это мое мнение, я повторяю. Но я спрашивал, там письмо было ветеранское на администрацию. Ответа нет? Не дали, по-моему, да? Пока не знаю. Может быть, дали тому, кто его писал непосредственно. Ну, разговор у нас был. Не конкретный такой, чтобы да, да, нет, нет. А обсуждение шло. И в смысле, по большому счету, вы сами посудите. Да. И бывает очень трудно пройти. Вопрос, что, будь то бы электросилисты сказали, что стихия наделала. Что стихия наделала провода. Да. А вы знаете, что не раньше мы начали рубать. Почему вы знаете? Главную причину вы не знаете. Все провода, проводное радио находятся на электрических столбах. Когда Чубайс взял власть,
и стал возглавлять энергетику, то он запросил у связистов денежки за пользование столбов. То есть провода там находятся на столбах электрику. Вот когда, связисты подсчитали, сколько затребовал Чубайс денег и сколько не собирают с населения, получилось убыток. А все вы знаете, сейчас любой предприниматель, что главное у него? Прибыль. Вот в чем причина. Минуточку. У них собственные опоры, и они сказали, что будут демонтировать эти опоры. Но официального ответа на запрос редакции они так и не дали. Их пресс-служба Ростелекома не дала этого ответа. Нет, у них есть свои опоры. Вот отдельные опоры идут радиолинии. А у остальных на электрических столбах, посмотрите, как у своего дома. Нет, я согласен, здесь и на электрических проводах. Но вот как вы считаете, стоит ли поднимать этот вопрос и писать куда-то дальше? Вот организация, отвечающая за это, уже дала официальный ответ и сказала, что ввиду отсутствия денежных средств восстановление вообще. Вопросы еще будут? Нет, спасибо большое вам. Так, слово предоставляется председателю общественного.